Приговор модному приговору. Я думаю, что количество людей, которые в восторге от этой передачи, и которые плюются, достаточно велико, и я не собираюсь быть глубоко оригинальным, сказав, что это передача мещанская и пошлая. Речь идет о другом. У этой передачи прекрасный замысел и в настоящий момент совершенно замечательный ведущий, историк моды Александр Васильев. И заложена в передаче совершенно великолепная идея. Это идея чудо-преображения, что человек может, вот эдак, как в притче о Христе, послушать здравые слова, бросить деньги на дорогу и податься в направлении святости. Может женщина, переодевшись, перенастроившись, и карьеру сделать, и замуж удачно выйти, и осознать свою уникальность и ценность. Но постепенно, мало-помалу, что может говорить как о том, что пошли на поводу массового вкуса, или, скажем, у дирекции телеканала, или своим слабостям поддавшись, а это часто бывает, передача стала сворачивать на те самые мещанские, буржуазные, гламурные рельсы. На проклятый феминизм. Женщинам стали вдалбливать, что они, естественно, оставаясь во всем нравственнее мужчин, должны перещеголять их еще и в пороках. Образ продажной, дорогой, дорого продажной женщины стал противопоставляться просто образу продажной женщины. То есть женщина вообще как бы все время продажная, только цена разная. Поэтому одним предлагаются переодеться и, как говорится, за счет сексапила номер 7 вызвать к себе интерес какого-нибудь олигарха на худой конец, с худым концом миллионера. Или раскрыть свой творческий потенциал, поверить в свои силы, заняться бизнесом или творчеством и отхватить таки себе мужичка, которого в случае чего можно бросить и поменять на гораздо лучшего. Вот. Ну, советы, исходящие от Бабкина, типа сковородкой по морде и макароны на голову, я вообще не рассматриваю, ибо Бабкина, как говорится, на той Бабкина, чтобы вот так вот себя вести. Смех ее, напоминающий плохо поставленное конское ржание, тоже атрибут народности, как он у нас понимается чаще всего на телевидении и в жизни. Но в общем и целом было чудо, нет чуда. Была идея перевоплощения и смены участи, которая, что называется, даже у каторжников является благой идеей. А оказалось, нет никакой смены, нет никакой участи. Можно только поменять бренды и тренды и дороже продаться. Все, больше в этом мире, оказывается, ничего нет. Все, что делается, делается только ради денег. Или, как это принято говорить, ради бабла, потому что бабло это не просто деньги, потому что деньги, которые человек зарабатывает, умом, талантом, напряжением сил, он как-то более-менее бережет. Он не станет покупать на них модные шмотки, потому что все модное, как говорится, часто меняется, и нужно очень большие средства вкладывать, чтобы быть в тренде с этим must-have-ом. Не жалко исключительно бабло, то есть то, что называется нечестно, нездравственно, или чужое. Как говорится, модный приговор вместо приговора моды является приговором всякой другой линии в эстетике и психологии. Навязывается не просто пошлый мещанский вкус, не просто феминизм в его наихудшем проявлении, а нечто гораздо более страшное, а именно полная беспросветность жизни, в которой кроме бабла остается только бухло.